Приветствую вас, дорогие друзья! В данном ролике я бы хотела рассказать вам о нашей новой тональной основе Giordani Gold, точнее об обновленной ее текстуре и формуле. Хочу сразу заметить, что линейка Giordani Gold обладает уникальными свойствами не просто создавать безупречный тон лица, но также имеет в своем составе дополнительные ухаживающие компоненты, которые питают и увлажняют кожу в течение всего дня. Именно поэтому эта линейка особенно рекомендована женщинам после 35 лет. Однако данную тональную основу можно использовать в абсолютно в любом возрастном периоде, так как она не содержит никаких лифтинговых компонентов. Просто за счет своего глубокого и насыщенного состава женщинам, скажем так, деликатного возраста, она подходит наиболее лучшим образом. Вообще, перед тем, как сделать обзор на данную тональную основу, я бы хотела сказать вообще, чем наши тональные основы на сегодняшний день являются уникальными на рынке. Все мы знаем, что тональный крем является продуктом декоративной косметики, однако уже длительный период времени наша компания заботится о том, чтобы наши тональные основы обладали уходовыми свойствами. И сегодня на рынке можно перечислить считанные бренды, которые включают в состав декоративной косметики хотя бы минимальные витамины и антиоксидантные комплексы. Наши же тональные основы обладают очень широким спектром, начиная от гиалуроновой кислоты, ну а данная тональная основа содержит в своем составе вообще пребиотическую сыворотку, но об этом чуть попозже. Самое главное, что я хочу сказать, что обобщая, можно с уверенностью заявить, что тональная основа нашей линейки — это не декоративный продукт, а это полноценный продукт комплексного ухода, который совмещает в себе элементы маскирующих компонентов, то есть выравнивает тон лица, делает его безупречным. Если взять все тональные основы, которые присутствуют на рынке, они содержат в своем составе тяжелые силиконы, агрессивные абсорбирующие компоненты, которые разрушают липидный слой кожи, истончая его и приводя к преждевременному старению. Наши же тональные основы, они обладают, наоборот, повышенным содержанием гиалуроновой кислоты, токоферол — это синтетический витамин Е, который обладает мощнейшими антиоксидантными свойствами. Ну а обновленная формула линейки Giordani Gold содержит пребиотическую сыворотку, которая укрепляет липидный барьер кожи. Таким образом, она не дает утерываться влаге. Тональная основа не впитывает влагу из глубоких слоев кожи, а наоборот удерживает ее внутри. Также светорассеивающий комплекс обладает прекрасной маскирующей способностью. Кожа гладкая, кожа напитанная, и кожа визуально выглядит очень здоровой, самое главное, без эффекта маски и штукатурки. Очень важной отличительной особенностью наших тональных основ является безупречное покрытие с максимальным естественным эффектом. То есть, нанеся данную тональную основу, если вы сделаете это правильно, никто даже не подумает, что на вашем лице есть продукт декоративной косметики. Это очень важный аргумент для тех, кто любит максимальную естественность. И еще один очень важный элемент — это то, что данный продукт можно наносить даже без праймера и даже на зону вокруг глаз. Это ноу-хау, это говорит о том, что насколько безопасный состав нашего продукта и на то, насколько она действительно обладает для кожи чудесными свойствами. Поэтому кто ищет для себя полноценный продукт, который сделает вашу кожу безупречной, без вреда и наоборот с элементами ухода, то новая тональная основа Giordani Gold является оптимальным и самым лучшим выбором. И еще один продукт, о котором я хочу также рассказать, это вот такая вот бронзирующая пудра в шариках. Хочу сразу сказать, это не румяна, это именно бронзирующая пудра. Она в двух оттенках, в светлом и в темном. В идеале я бы ее порекомендовала рассортировать, потому что данный продукт при смешании дает тоже определенную изюминку, но если наносить светлые и темные оттенки по отдельности, вы получите эффект кожи, как с обложки глянцевого журнала. Этот продукт наносится не вместо пудры, не вместо румян, не вместо скульптора. Этот продукт является продуктом финишного покрытия. Он является, так сказать, вишенкой на торте и делает ваш макияж
станешь особенным. За счет чего? За счет того, что очень мелкое, деликатное, такое тончайшее сияние ложится на вашу кожу и создает эффект просто свечения изнутри. Светлые оттенки мы наносим с помощью крупной кисти на центральные части лица, тончайшим слоем. Таким образом, у нас визуально уходят морщинки мелкие, кожа становится не просто сияющей, но и гладкой. А для того, чтобы придать вашим скулам еще большей изюминки, то темный оттенок бронзирующих румян мы наносим сверху нашего скулового корректора. Таким образом, получается еще больший дополнительный эффект усиленного контраста между скулой и оставшимися участками лица. Благородный, очень роскошный, насыщенный оттенок, без рыжины, без красноты, подходит абсолютно для любого цветотипа, и данный продукт является тоже полноценным продуктом базовой косметички, поскольку в вечернем макияже и в особых торжественных случаях эффект глянцевой кожи очень моден и актуален. Опять же, для любых возрастов, для любых цветотипов этот продукт станет вашей изюминкой вашей косметички. Я уверена, что вы его полюбите, поскольку им работать очень просто, а результат вас превзойдет все ваши ожидания.